Золотые ворота уже починили. Напомню, вечером 4 марта в памятник врезался Hyundai Accent. 22-летний водитель не справился с управлением. От удара осыпалась кладка правой башни и пострадали деревянные створчатые дверцы. Директор музея Светлана Мельникова сказала, что ущерб, к счастью, оказался несущественным. Восстановительные работы специалисты предварительно оценили в 10 тысяч рублей. Ремонт произвели своими силами. И уже сегодня о наезде на символ города и памятник ЮНЕСКО напоминает лишь отштукатуренная заплатка. Действовать музейщикам пришлось быстро. Кто знает, вдруг кусочки кирпича растащили бы на сувениры.